А перед просмотром этого видео я хотел вас попросить зайти подписаться на канал Джерри. Если ты фанат Сталкера, то этот канал для тебя. Он очень сильно увлекается этой игрой. Поэтому ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, нашу новую серию нашего 6-го сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии, не забывая в нем участвовать. Ну что, ребята, куда мы потопаем в этой серии, я пока что не знаю, но, как обычно, я хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 1000 лайков на вот этой серии, хоть сегодня, мы это когда... Мы еще, если честно, это никогда не делали, но можем попытаться. Если мы даже сегодня наберем 1000 лайков на вот этой серии Пиксельмона, то сегодня же выйдет следующая серия. То есть 2 серии Пиксельмона в один день, я вам, ребята, обещаю. А если мы сегодня не сможем этого сделать, то давайте хотя бы попытаемся на завтра. То есть если мы сейчас наберем 1000 лайков, то завтра же выйдет следующая серия Пиксельмон. Хотите ли вы этого или нет, зависит только от вас. Поэтому, ребята, ставьте лайки, и завтра выйдет новая серия Пиксельмона. Также, кто хочет со мной пообщаться, все, что вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий, я его прочитаю, отвечу и также с тобой пообщаюсь. И последнее, что я бы хотел сказать, это подписывайтесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, кто вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, подписывайтесь, я буду очень сильно этому рад. Ну что, ребята, куда мы сейчас будем топать? Наверное, знаете, что... Ух, ни хрена себе! Снежный человек тут какой-то. Офигеть, он большой уровень. 50 уровень. Нам нужно Литвика качать. Нам нужно его прям офигеть, как сильно качать, ребята. Поэтому давайте мы его запинаем с одного ударчика. Круто. Литвик был 12 уровень, если я хорошенько помню. Таргет это своих манмирачей, дефичмент здесь релайвал. Хм, давайте пока что это не будем. Это тоже не будем. Флеймбурст, вот это можно. Это можно. Замечательно. Опа, нифига себе, мы ему изучили 9 уровней за одну, за одного покемона. Это, если честно, очень круто. Знаете, ребята, что я подумал? Нет, все нормально. То, что все-таки мы Тортеру, наверное, не будем брать. Потому что Тортера, травяной покемон против... против ледяных покемонов, мне кажется, это не будет очень круто. Наверное, нужно словить какого-то там... ну, допустим... я видел, ребята, не горит, что я пропустил, я просто не хочу его сейчас ловить. Ну, допустим, какого-то ледяного, нет, не ледяного, а стального покемона, или какого-то боевого покемона, кто хорошо справится с ледяными, с ледяной стихией. У нас есть вроде боевые, у нас есть Хитмонтоп и Хитмонли. Но я не знаю, честно, может, мы сейчас пойдем глиняный биом и, может, попытаемся словить Арона и... заменить нашу Тортеру на него. Мне кажется, это будет отличная идея, поэтому мы, наверное, сейчас туда и потопаем. Я просто смотрю, бегаю, нету ли тут никого, нету ли тут никаких боссов и прочего. Ну, вроде хрен его знает. Даже есть, то я вряд ли их замечу. Поэтому давайте, ребята, мы сразу же туда топаем. Это можно включить? Нет, это можно выключить. Snow, Clay, вот это можно включить. Телепортируемся сюда. Честно, ребята... наверное, все-таки Арона мы словим. Хотя его просто очень долго качать. Мне кажется, его нужно прокачивать. У него последняя эволюция вроде на 52 уровне. Если я хорошенько помню, и моя память мне не изменяет. Или знаете что? Может, Райхорна? Райхорна взять? Он у нас уже есть, мы его уже словили, ребята. То есть, смотрите, у нас будет Инфернейп огненный, у нас будет Почерису электрический, который, ну, более-менее будет справляться. Вот Эрон. Давайте попробуем словить. У нас есть при себе, да, 6 квикболов. У нас будет Литвик, тоже огненный и очень сильный покемон. Хотя почему-то мне кажется, что хрен мы его сейчас словим. А нет, словили, очень даже круто. Опа, это не то случайно, что я думаю? Да, ребята, это то, что я думаю. А на карте оно как-то, если честно, не очень так выделяется, офигеть. А я, наверное, много раз уже это пропускал. Ну, ладно, сейчас посмотрим, что тут. И, в принципе, деревко даже соберем. Круто. Белдум.
Я никогда не перестану пугаться. Waterstone, нормально. Я никогда не перестану пугаться этой хрени, когда я сам себя в бол ловлю. Так, Infernape, ух ты, ни хрена себе. Мы не сможем убить, мне кажется. Хотя... Ну, Туртера может и справиться, конечно, не прям так суперски, как бы я хотел. А Инфернейп, мне кажется, справится. У него есть Close Combat, он прям... Да, даже с одного ударчика, это даже очень круто. Давайте вот это. Так, это можно выкинуть. Это тоже можно выкинуть. Нормально, нормально. Это тоже можно выкинуть, это выпало нам случайно. В принципе, это тоже можно. Хотя это... Да ладно, уже не буду идти подбирать, а то подберу и сразу же нам все залетит в инвентарь, то, что я только что выбросил. Ну, смотрите, ребята, то есть мы можем взять или Арона, или Райхорна. Это нужно будет повыбирать. Ребята, давайте я спрошу вас, кого вы хотите видеть у нас в команде. Вот смотрите, Инфернейп у нас будет 1000000%, потому что он уже и прокачанный, и очень круто, и он, в принципе, наверное, самый эффективный против ледяных покемонов. Дальше, по Чирису, я не скажу, что по Чирису прям супер-пуперски, как может справиться с ледяными покемонами, но она у нас уже прокачана, если честно, то более-менее она даже так рубает что-то. Дальше вот этих двух последних я не знаю, или Литвик, или Райхорн, или Арон. То есть из этих трех покемонов нам нужно выбрать двоих. Поэтому, ребята, я сейчас спрашиваю, прошу вас помощи и, в принципе, даже спрашиваю ваше мнение. Напишите в комментарии, каких покемонов вы хотите видеть на финальном сражении с гим-лидером ледяного гима, да. То есть или Райхорна, или Арона, или Литвика, да. Нет, Литвик, да, или Литвика, то есть с этих трех покемонов нам нужно выбрать двух, которые будут сражаться с нашей командой. Поэтому, ребята, не тяните и сразу идите в комментарии и пишите, каких покемонов вы хотите видеть. Если честно, ну, я не знаю, честно, мне кажется, Арон и Райхон, и, в принципе, Литвик это тоже охрененно, потому что Литвик огненный покемон, и он, в принципе, очень даже круто всех порешает. А также как Инфернейп. Если хорошенько постараться и прокачать его как можно больше, например, где-то к 50 уровню, то он, мне кажется, даже больше будет рубать, чем тот же Инфернейп. Поэтому давайте мы не будем тянуть время. Может, даже вот тут прокачаемся. Я не знаю, в принципе, мы сейчас летать не можем никак, потому что у нас нету летающих покемонов. Если бы. Хотя мы, в принципе, можем пойти домой и. Давайте все-таки, наверное, пойдем. Пойдем быстренько возьмем, не будем уже настолько ленивыми. Допустим, вот так пойдем и сразу же сюда вернемся. Так, вот, ой, так, сейчас, это давайте вот сюда. Что у нас тут поломалось? Ага, у нас топорчик поломался, ясно. Значит, вернемся еще раз домой. Хотя, зачем он нам? Ну, ладно, пускай, знаю, тоже уже лентяй, можно сказать. Уже не буду настолько и, в принципе, сделаю это за 2 секунды. Просто чтобы он у нас валялся, ну, вдруг пригодится потом. Так, замечательно, вот сейчас мы уже можем спокойной душой идти продолжать что-то искать. Потому что больше нам сейчас вроде ничего не нужно. В принципе, мы даже тут можем круто прокачаться на каких-то больших покемонов, на больших уровней. Можем найти вот, о, вот смотри, даже вот, да, даже вот на этих, это даже круто, вот смотрите. В первую очередь мы сейчас будем качать Литвика. Конечно... Инфернейп много чего не порешает, огненной стихии, но у него есть очень крутая атака, это Close Combat, с помощью которой он просто дерет всем жопы, поэтому это даже очень круто. И то, что я взял в летающего покемона, это, если честно, тоже очень прекрасно, потому что мы сейчас намного быстрее сможем передвигаться и не так уж и долго тормозить, да, то есть переходить через вот эти все биомы. Прикиньте, если бы мы тут пешком гуляли, я бы тут через месяц, наверное, вот сюда дошел, и то может. А вот сейчас как будто мы быстренько так добрались. Так, я просто смотрю по сторонам, может тут какие-то другие биомы будут. Опа, нифига себе, Райхорны решили скупнуться. Или еще круче, если мы тут, ребята, в глиняном биоме же спается алтарь Молдреса, поэтому мы в любой момент можем его случайно найти. Ну, я не знаю, произойдет ли это или нет, то есть... Может он где-то заспается, может где-то не заспается. Все, что нам нужно, это просто-напросто его пытаться найти, да? То есть вот так просто лет... Ребята, я не успел сказать, как он у нас заспался на глазах.
Круто! Офигеть! Ребята, вы уже, наверное, догадались, какая у нас будет следующая легенда. Следующая легенда у нас уже будет Молдрос. Потому что это очень круто. Офигеть, ребята. Офигеть. Я перед тем, как продолжу, ребята, это не Хоох, это Бравиари. Это не легендарная птица. Я просто не для вас, я говорю для тех, кто мне просто-напросто пишет ВКонтакте, мол, скидывает скрит, когда вот там, знаете, где-то на заднем фоне пролетает вот эта птица, и пишут мне, мол, Эдисон, ты слепошарый, ты пропустил Хоха, легендарную птицу, которая пролетала у тебя над головой, и ты его не заметил. Ребята, во-первых, это не Хоха, это Бравиари. Во-вторых, когда легенда спавнится, пишет в чат то, что она спавнится. И мы бы заметили, я не знаю, 100%, потому что в чат бы написал... О, сейчас, случайно заметил, потому что в чат бы написало то, что заспавнилась легендарная птица. Поэтому, ребята, вы ошибаетесь, это не легендарная птица, это просто-напросто летают, иногда старапторы летают, иногда летают вот такие бравиари, иногда может там еще кто-то другой пролететь. Поэтому, ребята, это не легендарные птицы, успокойтесь, не кричите, это не они, ребята. Молдрос, зашибись, мы начинаем качать наш второй орб. Да, ребята, мы начинаем его прокачивать, и я уже надеюсь, вы знаете, кто у нас будет следующей легендой. Следующей легендой, как вы уже можете заметить, у нас будет Молдрос, потому что это офигеть как суперски. Я просто, знаете, вот так... Я просто, знаете, вот так на ходу разговаривал. Ух, как было бы круто, если бы вот сейчас заспавнился. Да твою мать, а. Ну, походу, так нельзя. Было бы очень круто, если бы мы вот сейчас нашли алтарь Молдроса. Это бы было офигеть как круто. И не успел я вот... О, нифига себе, он большой уровень. И не успел я вот это сказать, как у нас появляется прямо перед нами. Появляется... Алтарь Молдроса. Это реально было очень неожиданно, но это, ребята, очень круто. Потому что следующая легенда у нас будет Молдрос. И после этого, дайте я попробую. После этого мы также попытаемся... найти алтарь Забдоса, который спавнится также в горах, но только в сафари, да? То есть, после... Вот смотрите, мы нашли... Алтарь Артикуна в зимнем биоме. Мы прокачали орб, мы заспавнили Артикуна. У нас уже есть легендарный покемон Артикуна, легендарная птица. Вот сейчас мы нашли алтарь Молдроса. Сейчас смотри, что нам нужно. Нам нужно опять прокачивать орб. Найти мастербол, то ли купить мы, в принципе, уже, наверное, сможем купить. Или когда выбьем, точно, мы же еще один мастербол выбьем в гиме, как, если победим гим-лидера. И также мы уже можем еще один мастербол купить. Поэтому, когда мы прокачаем орб, еще одна вот эта. Когда мы прокачаем орб, ребята, когда мы прокачаем орб, то мы купим себе мастербол или просто выбьем его, да? Нельзя кидать, то есть смотрите, ребята, они так сделали, что в полете нельзя кидать почему-то, очень какой-то рейндж не очень, очень не очень. Мы купим себе мастербол или выбьем его, или выиграем, да, одно с двух. Пойдем заспавним Молдроса, и это будет наша следующая легенда. И после этого нам останется найти алтарь Забдоса, также прокачать орб. И также после этого... Что после этого? Офигеть, ты паскуда. И после этого, ребята, также прийти, найти где-то мастербол, то ли опять выиграть, то ли опять купить его. Покехил. И все. И мы пойдем и заспавним еще и Забдоса, и у нас уже будет фул легендарные птицы, то есть все легендарные птицы у нас будут. И это, если честно, очень круто, если мы это сможем сделать. Ребята, это будет очень круто, если у нас будут все легендарные птицы, то есть прям коллекция легендарных птиц. Это будет очень круто, ребята. Давайте вот это выучим. Ну что, сейчас мы качаем. Это какое-то уже разнообразие, потому что мы сейчас не только качаемся же в зимнем биоме. Я вот, ребята, вот сейчас я понимаю то, что в этом. Так, дайте я это выкину. Что сейчас в объединенном биоме, если честно, тоже очень круто качаться. Потому что, во-первых, мы тут сможем и вот эти деревья найти, да, с которых мы можем какой-то рандомный предмет найти. Вот сейчас давайте мы посмотрим. Вот там спавнится мастербол, да, и с него может выпасть какой-то случайный предмет. Вот.
вот что-то новенькое. Также тут очень большие уровни, и тут также, наверное, как и в зимнем биоме, очень просто на земле заметить покелут. Но это еще не все, тут также просто заметить боссов, если они, конечно, заспавнятся. Это очень круто будет. Так, ладно. Волтресс, Волтресс, мы идем. В скором времени, ребята, я вижу, не кричите на меня. Я вижу то, что у нас тут покебольчик. Спускаемся, забираем. Тандерстоун! Круто! Если честно, очень круто. Потому что, если мы, например, если у нас будет почерис... какой нафиг почерис? Если у нас будет Пикачу, то мы сможем его эволюционировать в Райчу. Это очень круто, ребята. Я рад, то, что мы это выбили. Конечно, было бы круто, если бы Экспешер или там Лаки Эдж или еще что-то, но все же. Ух ты, нихрена себе, ты нас запинал, что ли? Ага, ну нормально. Нормально. Я там еще видел, ну вот там большой уровень. Вот на этих полянах, в этом длинном биоме тоже, в принципе, есть такие отличные большие уровни даже. И это, ребята, мы, наверное, сейчас перейдем с зимнего биома. О, сейчас стоять, там тоже большой уровень был. Мы, наверное, сейчас перейдем с зимнего биома вот сюда и будем вот тут прокачиваться. Потому что, мне кажется, вот тут даже очень круто. Тут покемоны вообще до 60 уровня доходят. Это очень круто. А вот почему я почерис вызвал? Вот смотрите, ребята, вот смотрите, сейчас. Дайте я его убью. Где мы можем уже прокачиваться? Первый вариант — это зимний биом, да, то есть там много покемонов, покемоны такие от 20 уровня до 45, да, конечно, есть больше 20 уровней, но иногда встречаются и пылесосы, и дивгонги, и другие покемоны, которые там около 40-го, даже больше уровня, то есть это уже круто. Вторая точка для прокачки — это у нас вот тут, длинный биом, где то же самое, что в зимнем, но покемоны встречаются чуть-чуть реже, но зато у них уровень больше, у них уровень уже там около 50 с чем-то поднимается, поэтому это тоже очень круто. И, если честно, тут тоже даже очень прикольно качаться. И третья точка, где мы можем ее потом попытаться найти и также вот там качаться, это, кто помнит, кто смотрел предыдущий сезон, это у нас, кто догадается, это у нас горы с гравия. Там спавнится очень большое количество бишарпов. Бишарпы доходят до 60 уровня. То есть офигеть по моменту. Poison. Это мне сейчас не нужно, честно. То есть там они доходят до 60 уровня. Это очень круто. Они, в принципе, очень большие уровни. Это во-первых. А во-вторых, ребята, с них падают очень крутые, с них падает очень крутой дроп, и с них выпадает по 2 алюминия, с них выпадает также железо, поэтому мы это можем фармить и даже охренеть, как много уровня нафармить, и потом это все пойти и в магазинах попродавать. Это, если честно, ребята, очень даже круто. Сейчас возвращаемся домой, пойдем поспим. Мне интересно, есть ли у нас Firestone. Если у нас есть Firestone, у нас есть уже орб, я помню, ребята, мы его выбивали. Если у нас есть, мы его с босса выбивали, да. Если у нас Firestone, то мы сразу же сможем его скрафтить, сразу же пойти на прокачку. На прокачку орба для Молтреса, это, если честно, будет очень круто. Давайте посмотрим. Орб у нас есть, вот. И есть, да! Есть у нас Firestone, ребята. А у нас еще есть 5 кикболов, тут ни хрена себе. Так, это можно выложить. Это уже не остается. Вот это можно. Круто. Замечательно. Да, ребята, вот у нас есть еще один орб. 375 убийств, как и было на орбе для Молтреса. Поэтому это... Я, наверное, не туда пошел немного, да? Нужно было там, наверное, остаться, чтобы продолжить оттуда. Но ладно. Вот смотрите, у нас Литвик уже 3-4 уровень. В этой серии мы его не так усердно качали, потому что в этой серии у нас была, немного другая задача, да. То есть в этой серии мы нашли алтарь. Это, если честно, меня прям шокировало, потому что это реально очень круто.
Поэтому, ребята, я так не очень зацикливался на прокачке этого Литвика. Наверное, мы его уже докачаем в следующей серии. Он где-то эволюционирует на таком 40-м уровне, да? А потом мы его эволюционируем с Даскстоуном, который у нас валяется вроде в нашем бэкпаке. Я пока что не знаю. Так, что у нас тут? Это покет-центр обычный, да? То есть ничего такого там особенного. А ну стоять! А ну стоять! Сейчас, мне показалось... Да, мне показалось. Мне показалось, что это старый комп тут, а это новый комп. Вот так, если как-то не всматриваться, то это кажется как будто комп, а это зеркало. Поэтому, ребята, мне показалось. Ну что, летим куда-то в другое место. Я не знаю, что я хочу найти еще в винном биоме. Самое главное, что мы... Самое основное, что мы могли тут найти, это алтарь. И мы это сделали, ребята. Больше нам в зимнем, а в глиняном биоме ничего не нужно. Только прокачка, только покелут, только боссы. Если мы, конечно, их сможем найти. Но это не от нас зависит. Если они заспавятся, то мы их словим. Если они заспавятся... Не словим и убьем, и, в принципе, все остальное. Ну, ладно, давайте уже отсюда чесать. Давайте куда-то вот сюда. Тут, в принципе, продолжение глиняного биома. Какие биомы мы еще не находили? Мне кажется, супер тайгу мы еще не находили, да? Такая есть. Еще что-то. Но я, если честно, не помню, что. Что-то еще. Вот горы бы. Если бы мы нашли вот те горы, было бы прям зашибись. Потому что бишарпы спавнятся только ночью. То есть, смотрите, какая бы у нас система была. Днем мы бы качались в глиняном биоме, на вот этих райдонах, на вот этих лайронах, лайроны, да, и на вот этих всех больших покемонов, которые спавнятся уже около такого, около 50 уровня, да, то есть с них реально очень дохрена опыта дает. То днем мы бы качались вот там. А ночью мы бы приходили качаться на бишарпах, потому что бишарпы спавнятся, к сожалению, только ночью, да, то есть круглый день они, конечно, не спавнятся, но это, мне кажется, даже было бы читерно, поэтому это даже круто, то, что они спавнятся только ночью, мы же не будем тут зависать целыми сутками, а вот так, только тогда, когда они смогут тут спавниться. Но пока что я ни черта тут не вижу, какие крутые всякие горы, но ничего больше, только горы, и, к сожалению, даже не те, что нам нужно, потому что, опа, стоять, потому что нам, хотя, мне кажется, нету смысла даже вот этого добывать. Ух ты, ни хрена себе, это смода, ребята, это смода. Ага, я просто... Ребята, вы не спрашивайте, почему я нашел руду, с которой выпадает... Он нам улыбался? Он нам улыбался? А ну, Филиппиша. Пиша, Пипиша. А ну, Ноктал, ты нам улыбался? А ну, развернись. А ну, сейчас в другую сторону. Он как-то вот так повернулся и так... А ну. Вот. Ну, он что-то там базарит, что-то хочет нам сказать, но я не в наушниках. Может, в этом услышали. А вы спросите, как вообще это возможно, то, что я нашел... это Чимчар. Было бы круто, если бы... Точно, я хотел Чармандера найти. То есть, какого вообще перепуга я нашел руду, с которой выпадает гнилая плоть. Вот там еще есть. Ребята, это мод я просто добавил, знаете, чтобы еще более чтобы еще больше находить возможности заработать какие-то монетки. Вот, в принципе, мы сейчас не разбогатеем на этом, как не знаю кто, да, но зато, если я вот это сейчас добуду, вот смотрите, я вот это сейчас добуду, как только я это сделаю, смотрите сейчас, как только я это сделаю, у нас будет около 18 гнилой плоти. 18 гнилой плоти это 18 монет. То есть мы не сидели час в шахте. Сейчас, ну, в принципе, ладно. Мы не сидели час в шахте, мы не убивали кучу покемонов, да, чтобы добыть вот эти монетки. А просто-напросто пошли, добыли вот эту руду, забрали ее, потом продали в нашем магазине и добыли себе там, можно сказать,
четверть стака. Это очень круто. То есть вот такое небольшое разнообразие это все вносит. Мне кажется, мы также можем найти не только гнилую плоть, а какие-то и другие ресурсы. Ух ты, Инфернейп. Я его трогать, ребята, не буду. Все-таки его брат у нас в команде. Это будет не очень честно, если мы убьем его брата. Убьем его брата, этого Инфернейпа, да? То есть брат брата убьет. Это не будет очень круто. Поэтому трогать мы его, ребята, не будем. А вот сейчас лучше вот это еще вскопаем и добудем себе еще монеток. 23! Мне кажется, так... Ой, да, я на тебе хотел полетать. А, мне кажется, даже вот так можно потом пойти в шахту и добыть еще вот такие другие ресурсы, потому что не только у нас же встречается гнилая плоть, может что-то другое встретиться. Поэтому мы это все сможем продать, и это будет даже очень круто. Я, ребята, не знаю, что я ищу, но я, если честно, хотел бы найти даже Flower Forest, в котором останется Селеби. А вдруг? Также может быть еще Sunflower Plains, в котором может заспавниться Райкваза. Вряд ли, конечно, но все же попытка не пытка, что она заспавнится. И также, что нам еще не хватает? Я не знаю, честно. Вроде все. Ну, и вот этот биом, да, то есть, как его, там, где спавнится Бишарп. Вот тут, Extreme Hills, да, Extreme Hills, вот тут может заспавниться Entei, да, тут может заспавниться Entei. Если он это сделает, я прям охренею, потому что это будет не очень круто, если он вот сейчас заспавнится. Хотя, было бы круто, то есть вы спросите, почему не круто? А круто то, что легендарный покемон заспавнится, но не круто то, что у нас нету мастербола, чтобы его словить. Поэтому прикиньте, что бы мы делали, если бы он сейчас заспавнился. То есть, у нас бы не было возможности его словить, это было бы печально, очень печально. Потому что легендарный покемон гуляет, и мы его просто-напросто упустим, и даже не сможем словить. Это кто там? Это Magikarp развлекается? Ни хрена себе тут у вас... Круто, как все сделано, вот так. Прикольно. Такие небольшие ручейки, такие небольшие водопады, где Magikarp развлекаются, очень даже круто. То ли я дурак? Ага! Я просто смотрю на карту, и я вижу... Вот вроде мы нашли тот биом, где спавнится Bisharp, но я просто сначала чуть, ну, как-то нехорошо себя почувствовал, в том смысле, что я смотрю на карту, и у меня там песок. То есть, и какой в жопе песок? А смотрю на землю, песка тут нету. А это просто, оказывается, мини-карта такая, что отображает вот это как песок. Ну, ладно. Что я хотел? Ребята, что я хотел? Bisharp. Вот, да хоть что, вот так, круто. Ну что, ребятушечки, мне кажется, уже можно возвращаться домой. Мы уже очень даже много нагуляли, мы даже уже очень много набегали. Мы начали прокачивать наш новый орб. И также, ребята, мы нашли алтарь Молтреса в этой серии. То есть серия прошла не зря. Это, если честно, даже очень круто, потому что, ну, не каждый же день ты находишь какой-то алтарь. Предыдущий алтарь мы нашли, я не знаю, может, серии так... 12 или даже больше назад, это, если честно, в принципе, уже давно было. Поэтому, ребятушечки, наверное, на этом мы будем заканчивать эту серию. Я еще раз повторюсь, я скажу то, что я говорил в самом начале этой серии, то, что если мы набираем 1000 лайков, то в ту же секунду выходит новая серия. Когда это будет? Сегодня, завтра, послезавтра, еще раз повторюсь, зависит только от вас. Когда вы хотите, чтобы вышла новая серия, тогда она выйдет. Все, что вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. И плюс к тому, я буду очень сильно этому рад, потому что я рад, когда вы ставите лайк, это действительно дает мне больше сил для записи новых видео. Я, если честно, еще больше стараюсь его делать для вас и чаще выпускать. Поэтому, ребята, это также большая мотивация для меня. Плюс к тому, не забываем оставлять комментарии, я отвечаю на них, я общаюсь со своими подписчиками. Если вы хотите это сделать, то просто оставьте комментарий, я постараюсь его прочитать, ответить, также с тобой пообщаться. И последнее, что я бы хотел сказать, это то, что не забываем подписываться на мой канал. Я действительно рад каждому новому подписчику, кто это делает. Я буду очень сильно благодарен, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Поэтому не тяни, сразу подписывайся, я буду очень сильно этому рад. Ну что, ребятушечки, я немного полетал в надежде то, что пока я буду разговаривать, может, босса увижу или найду какой-то покелут. Но, к сожалению, я не нашел ничего. Ничего и ничего. Поэтому... А, нет, все-таки нашел. Поэтому все-таки нашел под конец серии. Все-таки нашел Waterfall. Нормально.
Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.